Всем привет! Решаем первое задание из ЕГЭ профильного уровня. По тарифному плану, просто как день, компания сотовой связи каждый вечер снимает со счета абонента 16 рублей. Если на счету осталось меньше 16 рублей, то на следующее утро номер блокируют. До пополнения счета сегодня утром у Лизы на счету было 700 рублей. Сколько дней, включая сегодняшний, она сможет пользоваться телефоном, не пополняя счет? Итак, мы понимаем, что наш тариф действует, пока на нем есть 16 рублей. Сейчас у нас 700 рублей, поэтому давайте 700 поделим на 16. Если мы сократим, это будет 43,3. Значит, вечером 43-го дня уже на счету, кто у нас здесь, Лиза? Лиза, вечером 43-го дня на счету Лизы будет меньше 16 рублей, и на 44-й день ее номер заблокируют. Хорошо, мы порассуждали. И возвращаемся обязательно к вопросу. Сколько дней она сможет пользоваться телефоном? На 44-й он уже будет заблокирован, а вот 43 дня она вполне может пользоваться. Значит, ответ 43.